Итак, значит, жестким кожухом закончили. Все легко снимается, одевается. Никто нигде ничего не зацепляет. Все прекрасно. Следующий этап. Следующий этап. Нам надо избавиться от вот этих вот торчашек. Иных. Они очень острые. И нам надо облагородить этот край, чтобы он был идеально ровненький. Что мы делаем? При помощи уголка обычного, угольник, да, строительный, и маркера, я размечаю наш жесткий кожух. Делаем прямую линию. Делаем следующим образом. Чтобы от самой выступающей части, вот, допустим, самая верхняя часть у нас жесткого кожуха, это вот это, до края, который мы обрезать будем, оставалось миллиметров 16, потому что толщина ламинированной ДСП 16 миллиметров. Чуть больше ставим, 18 миллиметров, пускай будет здесь зазор, ничего страшного. То есть вот от этого края до вот этого, или до нашей линии, к примеру, вот так она пойдет. Вот это мы отрежем, и вот отсюда до сюда будет 16 миллиметров. Вот так, правильно, видно? То есть вот сюда вот как раз станет наша ламинированная ДСП. И толщина его 16 миллиметров. Здесь будет зазор, и ДСП встанет. Если мы сделаем ниже, то здесь у нас уже не хватит нам высоты нашего жесткого кожуха. И получается, ДСП ламинированная будет торчать. Это плохо. Так что ориентируемся на это и размечаем нашу... наш жесткий кожух. Больше можно сделать, меньше нежелательно. Больше тоже, смотря в каких случаях, чтобы это не было сильно критично. Потому что излишняя нам высота нашего жесткого кожуха, нашей силиконовой формы тоже как бы не нужна. Чем она нам? Разметили. Следующий этап. Нам надо все это отрезать. Чем будем отрезать? Самый лучший способ — это болгарка. Сейчас покажу. Вот. Обычная шлифмашинка, углошлифовальная машинка с отрезным диском. В моем случае толщина диска что-то 1 миллиметр. Это, думаю, тоже не принципиально. И по линии прямо отрезаем. Получается очень ровно. Сейчас отрежу и покажу, как это все будет выглядеть. Ага, еще фиг выключишь, да? Ладно.